Итак, там старт первого этапа. 100 метров преодолевает. Это самое высокое скорость здесь. Самое сложное показатель. Теперь участникам предстоит преодолеть 200 метров. Вот интересная будет сейчас борьба, выравнивается три команды. И четвертая команда приблизилась. Отличная борьба сейчас. Ну, не ай-яй-яй-яй-яй, как же бывает это такое. А впереди команды Чучковской области. И команда Чучковской области по правому где-то 30 метров лидирует.